Активисты волонтерского центра «Единая Россия» по оказанию помощи жителям Одинцовского округа в связи с пандемией коронавирусной инфекции продолжают адресную работу по заявкам, поступающим на горячую линию. На днях волонтеры привезли продукты одинокой жительнице деревни Назарьево, пенсионерке Зинаиде Бащевой. Об этом сообщила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова. Она подчеркнула, что доставку провели с соблюдением всех мер противовирусной безопасности.